Здравствуй, мой любимый стратегический жевжик. Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет и долгожданная ФФАшечка в шестую циву. Один из любимых моих форматов, когда все случайно абсолютно. То бишь и случайная карта, и случайные цивилизации. Правда, по превьюшке вы видите, что я буду играть за Турцию. Но вот что выпало всем остальным? Тайна, покрытая, ну не мраком, а несколькими ходами, пока мы не узнаем, за кого они играют. Партия, кстати, на семерых, мы, правда, собирались в десятером, но после того, как несколько раз позапускались, отвалились те ребята, у которых какие-то проблемы с интернетом были. На пятый раз мы, наконец, стартанули, и, по-моему, игра получилась интересной. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала всей серии должны увидеть сразу во вкладке «Сообщество», и, конечно же, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных выпуски будут появляться раз в день, ну и, пожалуйста, воздержитесь от оскорблений участников в комментариях и без содержательных спойлеров. Приятного всем просмотра. Так, ну что, Турция... Ой, фу, слава богу, жена долетела. Ну, слава богу. Можно спокойно поиграть. Старт странный. Кстати, можно на пантеон на болото взять. Вот так. Если я вот сюда встану и возьму пантеон на болото. Слушайте, я бы, наверное, так и сделаю. Давайте я сюда встану. Три болта. Там будет производство от болот. Как бы в столице. Это неплохо. И тут лучше место для старта, чем здесь. То есть, как минимум, значит, мы сюда поставим гавань. Сюда. Так, предварительно кампус пока. Тут у нас холмы, да? Еще, конечно, пантеон на каменоломне возможен. На минутку отвлечемся от Цивы, и я расскажу вам про Алабугу Политех. Заканчиваете школу? Еще не решили, куда будете поступать? В Алабуга Политех есть все необходимое для развития будущего специалиста. Бесплатное обучение, стипендия от 13 тысяч рублей, возможность трудоустройства уже на втором курсе обучения, комфортабельное жилье со всем необходимым, командные игры в Циву с одногруппниками. Отбор на поступление проходит через онлайн-симулятор. Вы можете пройти игру через телефон или компьютер. Все подробности на сайте Алабуга Политех в описании этого ролика, либо в прикрепленном комментарии. А чтобы вы не думали, что эту рекламу я просто бездумно вставил в видео, я думаю, старички канала помнят, что я даже побывал в Алабуге, было это аж 5 лет назад. Тогда это все еще называлось корпоративным университетом, и сделал аж 2 ролика по этому поводу. Так что видел все собственными глазами. Ссылки на мои видео тоже в описании и в прикрепленном комментарии. Моему скромному мнению, учиться и работать в особой экономической зоне Алабуга очень даже неплохой вариант для России. Хотя там приветствуются не только россияне. Так что переходите по ссылке Алабуга Политех. Вау. Скриним. Просто вау. Да, баланс, правда, так себе. Ну так конечно, блин, без ББСа тут... А кто-то там сидит радостный такой, вау, мне тут завезло, я классный. Если бы. Там он просто молчит, ничего не говорит. Если вы думаете, что вам завезло, посмотрите мой скрин. На что посмотреть? Мой скрин прокидал. Да-да. Прошлый старт. Подумайте еще раз. А, швед? Швед с двумя чудесами, вот этот? Да. То есть это ты считаешь, тебе не завезло или завезло, не пойму. Наоборот, ты подумайте еще раз, повезло ли вам. Блин, так у него еще главное из столицы прям под офигительным чудом. Там можно было просто не играть дальше. Ну, теоретически место в целом не очень. Но из-за чуда просто культура немножко вначале будет с религией. Два так. Чуда. Место очень. Место очень. Ты что? В смысле, чуть-чуть будет культуры с религией. Это будет дофига культуры с религией в самом начале игры.
То есть ты, во-первых, политики все откроешь очень быстро. У него 6 культуры, на двух жителях будет 6 культур. Ну, на самом деле, даже 7, и даже больше за счет жителей там от города. Это просто улетание. Мы играли как-то перед этой партией, играл за прогрессивиста-американца, у нас аристократ, и он заселился в горах. Может быть, по общению там в чатике просматривал, видел скрины. И там просто он положение для американца идеальное. Лучше не придумаешь. Кстати, а сейчас вот прогрессивиста не забанили случайно? Нет, я не банил. То есть у кого-то он может быть, да? Так, ну я, наверное, у меня что-то сомнение, что это может быть континент. Или может все-таки начать... Я, думаю, с горами вообще. Не, я бы еще одному сделал все-таки разведчика. Кстати, да. Ни одно не вижу. Я бы еще одного разведчика сделал. О, руинка. Но пока старт как-то, мягко говоря... Так, еще можно рыбацкие лодки, да? Ну, блин, сюда ставить... Короче, пока непонятно. Так, тут все правильно обрабатывается, все правильно. Ага, все-таки похоже на континенты, мне кажется. Опыт. О, здорово, Нойс. Ну, здравствуй. А вон ГГшка, кстати, он ее первый встретил. Анна, все-таки возьму. SF to P, респект генератору карт. Не, ну в принципе мы отсюда далеко друг от друга, если что. Я не думаю, что у нас это тут ты будет. Ты говоришь ввиду того, что какая у меня нация? Нет, в принципе. То есть он имеет в виду, что он может меня лучниками... Ну, не знаю, не знаю. Как приятно ходить. Гранада. Строителем Алькаса. Ну, такое. Так. Ну, у нас, походу, малые континенты, и мы вдвоем с Нубией на этом континенте. Как по ощущениям, карта морская? Да, мне кажется, это малые континенты. Это ужас просто. Вот, да. Рагурное дело, давайте. О, мы же еще Зулуса не банили. А, нет, банили. Вроде банили. Я забанил. Да, да, да. Так, ну вот тут выглядит... Блин, ну, слушайте, производства практически нету никакого. Так, мне надо будет, наверное, скаутом этим туда бежать, чтобы нумибийцам ничего не собрал. О, Нойз, здорово. Вот, и с другой стороны от Нойза, да? Все, походу меня пилить собираются, да? Да, понимаешь, вот эти места, как бы, мне кажется, я не знаю, конечно, как там с другой стороны, но с моей стороны вот эти места мне нафиг не нужны. Согласись, это грустно вот тут ставить карта. Не, ну это, конечно, да, это, да. Так, значит, там за Нойзом, получается, должен быть еще кто-то. То есть мы втроем на этом... Ну, я думаю, что тут у меня конец. Поэтому мне и надо тут сверху посмотреть, чтобы пытаться хоть там что-то поставить. Ну вот на озере Бурдур тут сверху, видимо, можно будет поставить что-то, попытаться Петру какую-то угнать. Я хочу посмотреть, какое там у Нубии производство. Ух ты, какую-то ГГшку первым встретил. Вильнус. О, так тут может еще большой проход. Вильнус, кстати, неплохой в плане культуры. Ну, теперь два чуда чуть подальше друг от друга, конечно. Но уже два. Ну, опять два. Опять два. Началось. А там ущербное чудо. Так. Пошли пока в мистицизм. А второе что там открывает? Аванпост варваров разогнать.
Так, ну Ульгри, конечно, где-то тут придется город. Хотя, наверное, даже вот тут, где стоит... Да, наверное, вот сюда придется ставить. Ну, кстати, как придется? Нормальное тут место. Просто хочу на озере, а не на море, потому что озеро дает пресную воду. Видите, у меня Стамбул только до 4, потому что без пресной воды. О, а, понятно. День добрый. Понятно все, Эвейвери. Хост намутил себе цыпку нормально. Да, да. Такое количество джунглей и отсутствие гор, что, в принципе, она пока не работает. Цыпку намутил, а джунгли не намутил? Так. Не, наоборот же, джунгли снижают престиж. Ну, в смысле, цифку намутил, а горы не намутил, я тогда хотел сказать. Ну, гор что-то я не вижу. Мне кажется, это старый мир у нас. По ощущениям. Интересно. Что гор нету? Холмов нету? Гор нету. Ну да, и холмов-то тоже сюда нет. Кстати, да, да, ну-ка через поиск поищу. Да, реально маловато. Так, что ж мне обрабатывать? Наверное, пойду... Я так понимаю, наверное, вот так, камень, знает, рис, лошади. Что-что? Что новое не появляется? Новые лагеря не появляются в тумане войны. Правильно? Появляются? Почему? Почему не появляются? Ну, в смысле, он, по-моему, сначала или там стоит и все. Вот если я там разведал его там нету, то он новый не появится, мне кажется. Появится? Вот только что вот у меня появился, там, где я разведывал, появился лагерь. Ау. Так, Эвейвери, а ты в какую сторону от Нойза? Чуть правее и да чуть он чуть выше. А, выше, просто выше. Выше, да. От ГГшки выше. Ясно. У меня между столицей его и моей один с клеток, вполне. Сейчас мы по меткам разберемся, где города с ним ставить. Мореходство хочу открыть. Так, тут надо поселенца начинать. На производство переключимся, потому что не растет город, а поселенца надо быстрее строить. Ну, Нойс, я думаю, нам с тобой нету смысла разбираться, я точно не буду влево туда на эту фигню все ставить. Да, понятно, да. Что-то я странно тут. Давай дружить. Скаутом бегаю. О, тут у нас что-то вне. Вот это, кстати, надо посмотреть. Тут может быть хорошие места. Так, ну и лошадей мне надо будет купить. Так, ну предварительно стопудово сюда надо будет ставить город. Так себе тоже. Прям сразу над столицей. Ты мне говоришь? Да, да, да. Да, по-моему, тут у всех так себе все, нет? Или у вас там есть лучшие места? Такое. О, хорошо, он туда не пошел. Ну, то есть, видите, там не исследовано, там могут быть руинки просто. На пантеоны банов нету, правильно понимаю? Да. У тебя есть какие-то незаконные пантеоны? Несбалансированные миссии. О, гранада хотела это. Кстати, а что там Вильнюс хочет? Трудовая повинность. Это район надо построить. Блин.
Пока никакого района особо не видно. Так, значит, тут где-то должен быть американец. Блин, выглядит как зима здесь все-таки. Может, там дальше как-то куча территории может быть? Так, ну, видимо, здесь я бы сюда поставил. Вот там варвары. Ну и тут надо будет в пустыне, но это, наверное, не скоро я поставлю. Так, давайте, наверное, на холм встану. А, это все. Мне показалось, всё. Что Алексей будет левее, а он оказался вот тут. Ну да, я справа. Я просто справа. Ну такое у нас нейтральное расположение, которое сводится к центру. Ну, то есть у всех есть место, да, ты про это? Ну, у меня, по крайней мере, да, такой, пока не конфликтная ситуация. Взаимно. Так, слушайте, дайте я отменю пока мистицизм. Ну вот и куда мне город первый вести, интересно? Куда важнее? Ну, мне больше, наверное, тут нравится. Потому что тут как-то ресурсов побольше вообще всяких. Блин, может взять реально на рыбацкие лодки? Пантеон. Выбери. Потому что рыбацких лодок тут точно дофига. На рис. Блин. Ладно, да я буду возвращаться обратно, пойду защищать поселенца. Следующий город сейчас покажу, где будет. Форк, привет. Так, ну мне сюда надо идти. Ладно, пойду вверх. Раз уж исследуем. Вот тут. Так, тут все понятно. Ты только себе поставил меточку. Я еще сюда иду, чтобы квадрилем меня не обстреливало. Да. Вправо мне, наверное, тут буду ставить все-таки. Я нормальные клетки, до всех нормальных клеток тут дотянусь. Ну, вполне, я как бы единственное. Вполне. Ну ладно, в принципе, ставь. Да, и мне бы пантеон на рыбацкие лодки, несомненно. Но я думаю, его заберут. Стопудово тут. У тебя слева тоже вода. Есть на рыбацкие лодки, кто. Не совсем. Блин, без религии. Тут вообще ниоткуда религию брать. А что, кстати, скаута кто-то завалил, да, здесь? Даже... Да, возле ГГшки. Даже этот... Так он стоял, стоял. Даже соседство для священного места я не вижу, где сделать. Да, наверное, сюда поведу. И я, наверное, сразу следующего там, делал. Кстати, тут. Где-то или, поставил, блин, да, ну, давайте прачника сделаем. Вот это я сюда зря встал. Сейчас у меня будет куда надо было сюда становиться, несомненно. Блин. Мореходство есть. Пошли в письменность. Нет, или ворошение. Вообще у нас тут ворошение можно. Давайте, наверное, или ворошение. Давайте ворошение. Ладно, короче, гончарное дело пока просто откроем. Форк, предложение тебе. Интересно, за счет чего у меня больше культур... А, Вильнюс я ж нашел. Ну вот, о чем я и говорил. Так, придется ходить. То есть разведчиком пройдешь дальше? Ну, спасибо. Там правее моя столица.
Интересно, а вот тут полуостров или там, или это внутреннее море будет? Вот это мне непонятненько пока. Слушайте, а вот тут... Блин, а вот тут у нас озеро, и, соответственно, блин, может сюда, может прям на скот поставить. Ну, просто тут пресная вода. Это хороший буст. Но, с другой стороны, там раз, два, три, я до этих рыб тогда не дотянусь. Вообще, это на самом деле... По-хорошему зависит от того, как у меня... Если достанутся рыбацкие лодки, то, конечно, надо рядом с рыбами ставить. Блин, вообще... Кстати, у меня в Стамбуле вот здесь акведук ставится. Просто к тому, что акведук же тогда можно как-то использовать... Вот здесь, если я поставлю, то у меня акведук некуда будет проложить. А если вот здесь, то будет акведук. Но если я здесь, то раз, два, три... И опять до рыб не дотягиваюсь. Какая проблема у нас тут имеется. О, руинка. Блин, он ее возьмет. Раз, два, три. Он, правда, ее не видит пока. О, промазал. Отлично. Так к тому, что надо... Ну, хотя он не мог там по одной клетке ходить, ладно. Пойду в столицу... Американца хочу посмотреть. Что, грабить будет, интересно? Здорово. Привет. А может быть, влево некуда будет селиться? А там нет места. Там вода. Ну, это малые континенты стопудово. Прям... Хотя это может быть и фрактал очень странный. Может быть и странный фрактал. Успел. Эх, Леша фаскликер. Сорян. Да я его убираю, там больше твое было, чем мое. Блин, может тропические леса взять? Тут как-то холмов меньше, чем лесов. Да. Вспоминаю какую-то из крайних игр, где Алексей комментирует, что... Ага, сейчас мы у него лагерь варваров заберем. Так, быстрее кликать. А потом в общий чат. Ой, сорян. Уровень коварства. Мастер. Не, ну здесь это мои руинки, я их даже раньше увидел. Так. Ну, теперь, наверное, орошение давайте. Так, военную традицию можно пока один ход. Что он не грабит. Вообще. Так я буду тут ставить. У меня где-нибудь тут влезет еще город. Я вот не знаю, кстати, вот этого... Ну, просто тут точно никто город не будет уже ставить. Хотя американец может на это озеро. Но я очень сомневаюсь. Я думаю, что там довольно сильно влияет уже от моей столицы. Отлично. Халява. Так. Ой. Ну там варвар проатаковал американца, я его добил просто, получается. Не, ну надо ставить. Привет. Просто надо ставить. Хочу здесь. Я понимаю, что тут... блин, ну вообще надо бы посмотреть еще сверху, вот так. То есть тут еще влазит, по идее, сюда город. Если что, на будущее, да? Фивери, да. Этим... Так что можно тут ставить. Своим воинам там... Под моей столицей уже походил, да? Не, да. Я сразу уберу. Куда только скажи, не ставить. Ну, вверх иди тогда. Вверх, да? Там уже американец. Американцы уже три города.
Мне кажется, тут вот это конец сейчас будет. То есть вот это полуостров и все. То есть мы тут втроем на таких кишках сидим. Ну, американец прыгает, видите? Вот эта культура, видите, две культуры от того, что тут крутое с престижем место. Тут варвары должны быть, так? Давайте сюда сбегаю. Достаточно довольства. Понимаю, я тоже недоволен. Местами своими. Да, ну выглядит так, что у нас троих жопа. Единственное, что американец может с престижа иметь. Давайте глянем, как у него тут престиж. А, ну вот сам Сент-Луис еще престиж имеет. Видите, вот еще клетка с престижем. Потрясающим. Ну, то есть то, что будет ему давать культуру. Правда, это культуру ему дают, не науку. Нету гор для науки. Что терпимо пока. Ну и надо в темный век, видимо, пытаться. У меня нету ни веры, нифига. Мне, очевидно, нужно обрабатывать быстрее два морских ресурса, чтобы гавани найти. Так, давайте на военную традицию. Пантеон я точно приму скоро. А вот военную традицию, лагерь варваров поблизости не видно. Давайте, наверное, даже сюда так пойду пока. Ну давай, рыбацкие лодки, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Забрали рыбацкие лодки, ну жопа. Это точно не работает, это точно не работает. Это можно подумать на болотах, оазисах и поймах рек в пустыне. Оазисы тут. Конечно, Нуби был бы хороший пантеон, но у меня только два болота, да? А нет, вот еще. Ну, кстати, болото, вот теперь можно все-таки... Жалко, жалко, рыбацкие лодки не прошли. Нет пастбища, культура. Рудников редких и бонусных ресурсов. Ладно, возьму, наверное, от болот, пожалуй. Два производства от болот очень неплохо. Так, пока никуда не отправляю. Ага, тут какой-то проход есть у американцев все-таки. Так, тут стоим в защите. Тут идем туда вверх. Так, все, тут конец. То есть я тут эти только клетки не вижу, и все. В принципе, да. Но тут и места немного. Наверное, все-таки сейчас сюда пойду ставить город. Не хочется. Тут есть вероятность, что американец может сюда поставить. Но из предложения... И выверен предложение... Пойду в раннюю империю, конечно же. Блин, а я не успел прошлым ходом. Пойду, наверное, туда. Я не думаю, что тут могут появиться... А, тут уже уничтожили лагерь варов. Пойду сюда постепенно. У меня со всеми дружба, то есть они убивать не будут. Не смогут. Давайте сюда. Так, ну тут все понятно приблизительно. Пока никуда не отправляю. Преслов встретил. Вдохновение для ранней империи. Кстати, я выполню это задание. Политическую философию ускорили. В Стамбуле. Прачников, давайте.
Ауч. Так. У них можно воинов нанимать. Да, ну, кстати, хороший город будет в итоге. Мне кажется, вот здесь надо... Нет, нет, не там, где... Может, прямо на медь ставить? Ну, надо посмотреть, что там еще. Так, ну, примерно понятно. Орошение открыто. Наверное, в письменности сначала пойдем. Так, мне нужны рабочие... Стопудово. В Стамбуле. Может купить? Зачем мне еще деньги тут? Строитель 105. Строитель 105. Давайте я и в производство поставлю и куплю скорее в Адане. А так. Чудо природы не доходило с соседей? Я ничего нигде не находил. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Предложение, тошновор. Че, хочешь посела просто так отвезти? Все, можно проходить спокойно. А ты, то есть, еще дальше где-то? Еще за Нойзом? Да, он за мной. Слишком далеко. Мне слишком отвлекительно спаун. Меня давно так не спавнило. Не понял, почему у меня... О, ладно, слов нет. Блин, какого хрена не достроился прачник? Так. Что я хочу исследовать? Ну тут, в принципе, все понятно. Ну, давайте, наверное, вот сюда сбегаем. Да, тут все-таки нету прохода. Ну, американцу стопудово надо Преслав захватывать. Это я гавань не могу поставить возле центра города? Да, да, вот это самый трындец в этом плане. О, боже мой, у меня тут... А, ладно. Жесткое палево. Ой, Алексей, как будешь готов торговать? Пиши, у тебя тут, смотри, много ресурсов. Лады. Да, рыбацкие лодки жалко, конечно. Так, Преслав как раз мы... Так, трудовую повинность мне бы ускорить. Но мне для этого гавань, я не хочу другие районы строить. Гавань, это надо два морских ресурса. Я для этого, собственно, и строю... Так. Ну и, видимо, выдирно я куплю тогда рабочего. Алексей, рядом с тобой нет чудо случая? Нет, ну ты же все тоже исследовал, тут у меня нет. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!